Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовить почву для посадки наших черенков. Самое важное, почва должна отвечать определенным требованиям. Она должна быть, с одной стороны, достаточно влагоемкая, с другой стороны, достаточно воздушная, чтобы корни могли дышать, и достаточно питательная. Итак, что же нам надо для того, чтобы соблюсти вот этих несколько простых условий? Значит, для этого нам понадобится, первое, обычный песок. Приблизительно равные пропорции. Ну, видите, у меня уже здесь насыпаны опилки. То есть все, что я буду добавлять, оно будет приблизительно в равных пропорциях. Значит, песок абсолютно обычный, можно речной, какой сможете добыть. Дальше, торф. Дальше, перегной. Это может быть перегной, у меня это куриный помет. Куриный помет, кстати, можно и в магазине взять. Здесь пропорция такая. Если он довольно свежий, значит, мы кладем поменьше. Если это перегной, который пару лет полежал, можно больше укладывать. Но за счет того, что у меня компонентов много, то это количество, оно небольшое. Еще один компонент – это обычная земля. Лучше ее брать не на огороде, не там, где росли ваши растения, а в лесу. Лесная почва для этого будет идеальной. Можно брать кротовины, можно брать где-то на поле, но тоже не там, где садили картошку, а где-то вот, где сорнячки росли, на какой-то такой вот мусорной куче. То есть нам нужна живая земля, в которой, грубо говоря, никто сильно не жил. Значит, что касается, если у вас каких-то компонентов нету, нет, ничего страшного, самое главное, все-таки, чтобы были опилки. Если вы берете какую-то простую землю, то обязательно то, что надо будет, это добавить что-то питательное. Навоз сейчас достать абсолютно не проблема. Во многих магазинах продаются в небольших упаковках куриный, лошадиный помет, то есть все это можно достать. Если покупать готовую землю, смотрите состав и консистенцию, потому что бывает, что эта земля, она такая очень торфяная, и она сверху потом создаст корку, а снизу все будет мокро. Вы будете переувлажнять молодой саженец, и это может привести к загниванию корней. Поэтому очень хорошо будет добавить песок. Но бывает, что вы вытряхиваете вот эту почву из пакета, видите, что песок там уже есть, все нормально, тогда добавьте опилок. То есть опилок добавьте все равно. Если мы добавляем в готовую смесь, то где-то, ну, в районе четвертой части. Что касается опилок, опилки могут быть абсолютно любыми, неважно каких пород, хвойных, нехвойных, любые опилки, которые вы найдете, единственное условие, они должны быть достаточно мелкими. Опилки можно без проблем купить в любом магазине, в отделе, где продаются товары для животных. Там продаются опилки для кроликов и хомячков. Если вы берете землю лесную, где-то с полей, с огородов, ничего прогревать, прокаливать абсолютно не нужно. Наоборот, наша задача — посадить виноград в землю живую, в которой есть микроорганизмы, в которой есть маленькие какие-то жучки, червячки. То есть максимально живая земля. Вот такая вот пушистая воздушная земелька у нас получилась. Осталось только дождаться, пока наши черенки прорастут, пустят корни, и мы высадим их в эту землю. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будут мои контакты и ссылка на полный каталог наших сортов винограда. И до новых встреч, пока!